У ФСИН – структура, выполняющая широкий спектр разноплановых и очень важных задач от перевоспитания и исправления граждан, совершивших преступления, до развития производственного сектора. В 2020 году исполнился 30-летний юбилей со дня образования отдела специального назначения территориальных органов ФСИН России. В честь юбилея сотрудники отдела специального назначения «Страж УФСИН России» по Чувашской республике Чувашия в Мемориальном парке Победы города Чебоксары возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Мероприятие среди сотрудников отдела специального назначения проводится постоянно. Они чаще всего направлены на сохранение памяти о героях нашей республики. Проводили соревнования различные среди спецподразделений. И сейчас продолжаем проводить в честь погибших. Есть, к сожалению, война без потерь не бывает. У нас тут тоже есть один погибший. 6 марта 1996 году погиб Изосим Васильевич Башкиров, лейтенант, оперуполномоченный СОБРа. В честь него мы каждый год проводим соревнования по боксу на его родине, в селе Аликово, по боксу среди детей. А среди спецподразделений проводим рукопашный бой, кубок, переходящий в честь командиру спецподразделений. И в этом году тоже было принято решение проводить соревнования по стрельбе. Мы выезжаем также в различные другие подразделения, выступаем перед учениками. Мероприятий на следующий год предвидится еще больше, ведь 30-летний юбилей уже будут отмечать сотрудники отдела специального назначения «Страж УФСИН России» по Чувашской республике Чувашия. За годы своего существования сотрудники УФСИН по Чувашской республике добросовестно и с честью выполняли свой долг, уменьшили преступность на территории колоний. Отдел «Страж» создался 15 июля 1991 года. Все мы знаем, конец 80-х годов, начало 90-х, какая криминогенная обстановка была у нас в стране. Не избежало это и места лишения свободы. Участились случаи групповых неповиновений, захвата заложников. И правительство Российской Федерации вынуждено было отдать приказ Министерства внутренних дел о создании отрядов специального назначения. И на территории Чувашии в 91 году появились мы. Вначале у нас было 26 человек, затем отряд разросся до 50 и существует по настоящее время. Благодаря нашим действиям мы считаем, что снизилась криминогенная обстановка в колонии. Сотрудниками отдела специального назначения постоянно выполняется контроль обеспечения правопорядка и законности в исправительных учреждениях. И это лишь малая часть их работы. За строгой формой стоят люди, которые обеспечивают закон и порядок, делают все, чтобы обезопасить жизни людей. Татьяна Козлова, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».